Мотосезон во Владимире давно открыт. На центральных улицах все чаще можно слышать рев двухколесного транспорта. Байк – быстрый способ объехать пробки. Впрочем, за поездку с ветерком часто приходится расплачиваться. Причем не только рублем, но и серьезными травмами, а иногда собственной жизнью. Свежая статистика от ГИБДД. За последнее время во Владимире произошло 6 аварий с участием мотоциклистов. Один человек погиб, 7 получили ранения. Лихо погонять любит молодежь. В одном из ДТП пострадала 14-летняя девочка. Начало летних каникул ей придется провести на больничной койке. 14-летняя девочка пострадала в качестве пассажира транспортного средства. Они с молодым человеком осуществляли движение прокатной дороги города Владимира, совершили столкновение с большегрузным транспортным средством, в результате чего допустили падение. Оба получили серьезные телесные повреждения, на данный момент госпитализированы. В ГИБДД отмечают, подобных случаев по сравнению с прошлым годом в регионе стало больше. Любители байков гоняют на огромной скорости, проезжают на красный свет, ездят по центральным улицам, что запрещено правилами. А иногда железные кони и вовсе не имеют номеров, а их владельцы – водительского удостоверения. Такого нарушителя, кстати, несовершеннолетнего и задержали инспекторы в ходе очередного рейда. Ну, двигались по улице Диктора Левитана, видели на встречном движется мотоцикл без государственных регистрационных номеров. Развернулись, прострелились за данным транспортным средством. Мотоцикл ускорил движение, стал от нас уезжать. А вот 17-летний нарушитель утверждает, он стоял, когда к нему внезапно подъехали полицейские. Как я только взял, вот доехал до сюда, до магазина. Да, я до магазина вот шел доехать. Я даже не ехал же, меня поймали-то. Я стоял здесь просто разговаривал с людьми. Почти сразу же на место приехал отец Дмитрия. Выяснилось, мотоцикл мужчина купил недавно и даже не успел его зарегистрировать. А сын без спроса взял ключи. Кататься захотел. Взял запасные ключи и решил покататься, пока я не вижу. Так получилось. Желание юноши прокатиться с ветерком выльется в штраф за проезд без номеров и водительского удостоверения. В общей сложности примерно 11 тысяч рублей. И выплата, скорее всего, ляжет на родителей. Инспекторы ГИБДД не устают напоминать. Мотоциклисты – такие же участники дорожного движения. Соблюдать правила – их обязанность. В противном случае статистика так и будет пополняться печальными цифрами. Екатерина Гаврилова, Виталий Сергиев, «Губерния 33».